Ух ты, Катя, спасибо тебе большое! Молодец, Катя, да с такой подделкой у Даника в садике будет первое место. Мам, так мы же делали все вместе. Все вместе и молодцы. Макс! Да, мам, что? Ты стих выучил? Да, конечно, выучил. Макс, ну так расскажи. Сейчас. В минуту жизни трудную, десница ли в сердце грусть, их не доучил. Катя, если что, маме не говори. Так. Так, молитва. В минуту жизни трудную, десница ли в сердце грусть, одну молитву чудную твержу и наизусть. Ну, Катя! Ладно, ладно, рассказывай. Молодец, Макс! Неужели завтра ты нас порадуешь и принесешь наконец-то 5? А, конечно, пап! Да-да-да-да-да! Можно я пойду? Рома, слушай, будь другом! Ну, говори, Макс, что тебе нужно? Ну, это ты же знаешь, что сегодня литература. Ну, знаю, и что? Ну так кто? Там стих надо было учить, помнишь, ты на том уроке рассказывал? Давай с тобой поменяемся, ты за меня расскажешь. А, Рома, ну пожалуйста. Не, Макс, я свое рассказал. Трудно выучить, что ли, было? Ну, Рома, ну что, тебе сложно, что ли? Я маме с папой обещал. Ну так ты обещал, ты рассказывай, я-то здесь при чем? Не, Макс, я не буду с тобой меняться. Ну, Рома, ну пожалуйста, ну что, тебе сложно? Что хочешь, для тебя сделаю. А хочешь, поменяемся на физкультуре? Я за тебя нормативы сдам. Макс, я говорю, отстань, я сам все сдам. И тебе того же желаю. Эх, ну спасибо, друг еще называется. Всем здравствуйте, ребята. Как вы знаете, у нас сегодня русский и литература. Есть пожелание, какой урок провести первым? Олег Юрьевич, давайте русский. Русский, так русский. Так, тема урока. Рома, Рома. Макс, да отстань, дай поесть спокойно. Рома, ну давай поменяемся. Хочешь, я тебе свою булочку отдам. Да не надо мне твою булочку, я тебе сказал, я не буду меняться с тобой местами. Все, точка. Ну хочешь, я тебе гамбургер куплю. Отстань, я говорю. Итак, ребята, урок музыки. Давайте вместе распоемся. Здравствуйте, ребята. Рома, Рома, ну давай поменяемся. Максим, тишина в классе, давайте еще раз. Здравствуйте, ребята. Здравствуйте. Рома, ну пожалуйста, ну что хочешь, для тебя сделаю. Слушай, Рома, да поменяйся ты с ним уже, достали. И нет, сказал. Итак, класс, урок физкультуры. На первый, второй, рассчитайсь. Первый, второй, первый. Рома, поменяйся со мной, а? Второй. Не поменяюсь, понял? Итак, ребята, сегодня сдаем нормативы. Отжимание, подтягивание, пресс. А, только не эти дурацкие нормативы. Рома, ну давай поменяемся прямо сейчас. Я за тебя все нормативы сдам. А ты за меня литературу, ну пожалуйста. Ладно, уговорил, пойдем переодеваться. Ура, спасибо, Ромка, ты настоящий друг. Но это в последний раз, понял? И то, только из-за физкультуры. Можно выйти? Сразу вдвоем, что ли? Ага, ага, очень надо. Ладно, давайте только побыстрее. Пятерка по физкультуре, обалдеть. Рома, Рома, я понимаю, что ты в шоке, но ты куда пошел-то? Мы же с тобой поменялись, ты должен тут сидеть. Ой, точно, Макс, да. Какие у тебя штаны неудобные, фу, как ты их носишь вообще? Я про твою одежду вообще молчу, я ведь могу и передумать. Я в смысле передумать, как пятерку по физкультуре получать, так он первый, а тут так передумать? Не-не-не-не-не, я пошутил, у тебя очень нормальная одежда. Все, иди давай это, на свое место. Подожди, ты меня запутал, ты только что сказал, что я здесь должен сидеть. Ой, точно, теперь я перепутал, ладно, я пошел. Итак, класс, здравствуйте еще раз. Можно не вставать. Урок литературы. И, как и обещал, кто не успел на том уроке рассказать стих, сейчас нам его расскажет. И к доске пойдет... К доске пойдет... Ага, Макс! Эх, да че я-то? Макс, ты дурак, сиди на месте. Я же Макс. Ой, точно. Давай, Рома, покажи класс. Молитва. В минуту жизни трудную теснится ль в сердце грусть, одну молитву чудную твержу я наизусть. Макс, вы что, поменялись, что ли? Тише, Машка, тише. Не мешай мне пятерку получать. Молодец, Макс. Я не думал, что ты так выразительно можешь рассказывать стих. Очень зря, что ты их не учишь. Особенно вовремя. Ладно, садись, 5. Спасибо, сейчас принесу дневник. Рома, блин, ты куда пошел? Мой дневник неси-то. Так, подождите-ка. Ну все, провал. Ну-ка, посмотрите-ка на меня внимательно. Олег Юрьевич, чего смотреть-то? Я Рома, а это Макс. Вы что, нас перепутали, что ли?
Подождите-ка, не зря же Рома, который якобы Макс, пошел за дневником сюда. А ты здесь. Так, ребята, кто мне сейчас подскажет, где из них Макс, а где Рома? Думаете, учитель новый, так может и не заметит ничего, да? А, Рома, Макс, я сейчас поставлю двойки и тебе, и тебе. Макс, надо все рассказать, на двойку я не подписывался. Олег Юрьевич, это нечестно. За что двойка-то? Стих рассказан, поэтому ставьте пятерку уже. Подожди-ка, Рома, что-то голос у тебя да более знакомый, а? Они же поменялись, да? Что молчите? Друзей выдавать не хотите? Я тогда и вам сейчас всем двойки поставлю. Эй, ребят, мы так не договаривались, давайте решайте там уже. Эх, ладно, Олег Юрьевич, я Макс, это Рома. Мы поменялись. Ага, понятно, тогда пятерку Роме за стих. Точнее нет, он же уже рассказывал. А сегодня вам по двойке за то, что учителя обманываете. А чтобы я вас больше не путал и вы не менялись, на моих уроках у вас будут специальные обозначения. Ну вот, так я вас точно теперь не перепутаю. Твоя лысая голова – это номер один, Рома, а твоя лысая голова – это номер два, Макс. Можете не передеваться. Садитесь, пожалуйста, за парты. Можем продолжить урок. Лик Юрьевич, а почему я номер два-то? Макс, тебе сейчас только этот вопрос волнует, что ли? А как мы по школе будем ходить с этими обозначениями, как два дурака? Олег Юрьевич, можно выйти переодеться? Нет, нельзя. И на моих уроках всегда быть с этими обозначениями. Вишь что, выдумали, учителя обмануть. Думаете, новенький, плохо знаю вас. Вот теперь ни за что больше не перепутаю. И, Макс, на следующий урок жду стихотворение. Эх, отлично поменялись, ага. Я тебе говорил, что нет. На физкультуре-то прокатило. Я тебе еще пятерку заработал. Эх, вот так, ребята, такая история. Решил поменяться местами, чтобы за стих пятерку получил. В итоге пятерку ему заработал, а себе двоечку. Придется идти домой и выучить наконец-то этот стих, чтобы не ходить с этими обозначениями позорными. Ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал Дринелка ТВ и смотрите новые, самые интересные серии. Пока-пока! Ну что, Макс, как дела в школе? Получил пятерку за стих? Ага. А что у тебя такое на голове? А, это, дай снять забыл. Мы в школе играли. Понятно, странная игра какая-то. А покажи пятерку-то. Мам, ты у нас это, классные дневники собрал. Заполнить, говорит, что-то надо там. В начале недели? Как странно. Ну ладно, завтра покажешь тогда. Эх, молитва. Минуту жизни трудную, теснится ли в сердце грусть. Одну молитву чудную твержу я наизусть.